Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Спитой кофе нашел свое применение как подкормка для домашних цветов и растений, но немногие знают, что им можно подкормить огурцы. Благодаря высокому содержанию калия, кофейный жмых применяется для выращивания огурцов. Также в спитом кофе содержится азот, кальций, фосфор, магний, цинк, медь, марганец, железо, витамины В2, В6 и ПП. Спитой кофе не только удобрит почву для растений, но и одновременно привлечет на участок дождевых червей, которые помогают улучшить аэрацию грунта, а также они выделяют в почву капролиты, богатые гуминовыми кислотами. Для подкормки я размешиваю в 5-литровой баклажке 5 столовых ложек жмыха без горочки, затем тщательно взбалтываю и поливаю под корень примерно по пол-литра. Таких подкормок рекомендуется сделать не больше 2 за весь цикл роста огурцов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!